Воронежцы сняли на видео куницу, охотящуюся на птиц. Соответствующий ролик опубликовали в группах жителей микрорайона Шилова. На кадрах видно, как зверек бойко карабкается по дереву, растущему во дворе многоэтажного дома на улице Хользунова. Куницу заинтересовала крикливая воронья стая, рассевшаяся на ветках. К слову, птицы не испугались любопытного животного и продолжили сидеть на дереве даже тогда, когда куница подобралась очень близко. Чем закончилась встреча ворон и зверька, неизвестно.